have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и начинаем мы с этой спокойной музычки Катана Зиро у нас. Я не знаю, откуда мы сейчас начнем, поехали продолжить. Продолжить предыдущего уровня, если откажетесь, прогресс будет... Да-да-да, давайте, прямо оттуда уже. Суперски. Итак. Третий район, Людовик. Блин, музло здесь, конечно, просто шикардосное. Понять. Да, блин, стоп, а прыгать наверх. Я почему-то прыгаю на пробел. Без замедлялки тут, видимо, не получится, да? Ай, блин! Да блин, вот он быстрый! Я второго не могу убить, с этими-то вроде я все уладил. До свидания. Я лучше с ножиком побегаю. Так, так, так. А, тут еще и бутылка. Это сработает. Зараза! Разжирел! Нефиг было убивать инструктора по фитнесу или что там было. Блин, если что, я помню, мы сейчас на студии 51. Это как Area 51, только студия 51. Лифт? А, тут я ничего не могу сделать. Ладно. А, этот этаж... Тихий холм, храм смерти. Ну пойдем на космодром. Я без понятия, куда ехать и зачем. Неплохо. Ты кто такой? Что за фигов робот? Ай-яй-яй-яй-яй, не ту кнопочку нажал. Он... Угу, я понял. Ай, блин! Дробаша надо было отбивать. Короче, мне кажется, что коктейль нужно оставить... Коктейль нужно оставить на того чувака. Да ладно, как ты... Да, короче, коктейль нужно оставлять на того бота. Блин, это сложно. Он просто меня ударил. Ну так, ладно, ребят, уровни становятся просто очень замудренными. Свидание. Да, нет. Ай, нужно шифтом отбивать. Оу, извиняйте, ребят. Не знаю, как так получилось. Минус два. Я с коктейльчиком? Отлично. Блин, они выбежали из двери, да? Или откуда? Стоп, ребят, секунду.
Так, ну допустим. Я думаю, что они выбежали из двери. До свидания. А туда я не смогу зайти. Airlock, фига. А, это они сверху прибежали. До свидания. У меня есть... А, у меня есть кинжал, чтобы метнуть. Офигеть, он меня просто что, кулаком убил? Это... Успели выстрелить. Молодцы. Хорошая реакция. Я же... Я могу только одну пулю отбить, я понял. А, меня так взрывом заделай. Хорошо, хорошо, просто... Нет! Да блин! Раньше ж не было такого, нормально шу... А так они меня стреляют. Ладно, ладно, все, я понял. Они не отворачиваются? Они, кстати, нет. Да что ж за момент такой? Вроде ж проходился. Сразу кидать нельзя, нужно успеть. Все из-за этой бочки. Блин, я успеваю второй раз ударить, но... Чё ж так это... А это как... А, минуточку, а, я его убил, я пулю отразил, в смысле, да? Да хорош! Они успевают меня убить. То есть они то ли стреляют... Ну как я это только что прошел-то? Все, наконец-то. Офигеть. Все, нафиг. Там какой-то этот... Что за пришельцы, черт побери? Пришельцу можно было бошку отрубить. Это было круто сейчас. Ну, блин! Чертов стрелок! Причем вот этот момент не тяжелый. Вот этот момент тяжелый. Вот есть, есть, короче, секундочка, когда они туда поворачиваются... А есть секунда, когда они сразу выходят и на меня смотрят. Это отвратительно. О, так. Но они в меня успевают выстрелить, что я сделаю-то? Все, наконец-то. Минус. Да ну как? Вот это на самом деле бесит больше всего. Как он меня успевает ударить-то? Он только в замахе. Блин. Две пули подряд и отразить не могу, конечно. Это меня убивает, круто. Так, я поджариваюсь. Нет, ну начало уровня, конечно, зверское. До свидания, минус два, хорошо. На самом деле, то, что они у меня убивают на замахе, это ни разу не смешно. Всех пришельцев надо убить. Так, ты кто такой вообще? Вы подобрали желтую карту. Желтую карту? А, пардоньте, а зачем она мне? Ладно, хорошо. Так, у меня есть нож метательный, да?
меня есть метательный ножик. Ну, вроде ладно. Можно свалить. Сложно! Блин, сложно. А, при переходе на уровень, кстати, у меня оружие-то отнимается. А, это печалька. Желтая карта. Так, хорошо. Тихий холм. Что за тихий холм? Silent Hill? Стой, тихий холм, это Silent Hill? Ну-ка. Тут геник есть. Так, тут лазер. Да, чтоб тебя! Моментально просто. Дай! Я ж нажал на shift. Да иди ты нафиг со своим выстрелом. Нельзя дать ему второй раз выстрелить, короче, я понял. До свидания. Да чтоб ты... А! Так, ладно. Там второй стрелок. Да... Бесит. Они резкие, блин, как понос. Бах, и все. То есть ты делаешь удар, и ты просто потом смотришь, как... Как пуля на тебя летит. И очень хорошо. Ладно. Свидание. Да, чертов трабаш! Они прям офигеть какие резкие. Ну, как бы я понимаю, что в этом сложность игры заключается. Да мы... Офигеть, я физически не успеваю шифтануть. А, стоп! Выстрел от дробаша нельзя за... нельзя задоджить. И что я с ним делаю тогда? Да блин, я... Бесит этот момент! Серьезно, я открываю дверь и уже в этот момент нажимаю shift, и все равно не прокатывает. Опа! Фу, вот так это проходит. Это очень, блин, сложно. Ее надо было... Я понял, как ее надо было кидать. Все, хорошо. И тут камера работает, тогда получается, на меня. Мне не надо ее быстро прикрывать. Мне нужно... Мне нужно, чтобы она наоборот сработала. Все, нормально. Нормально, минус 3. Вот тут. Вот тут вот так это делается. А сюда? А зачем мне сюда? А, просто чтобы тупо спрятаться, убежать. Все, понял, поехали. Годится. Сложно. Тупо сложно становится, честно. Вот прям не выдумываю. Нафига ты выпрыгиваешь? Я хочу... Аккуратно снизу ударить, блин. Он берет, выпрыгивает. Извини. Так, топорик нужен на этого, я понял.
Надо подождать, пока они сейчас будут в одной точке. Они будут? Будут. Все. До свидания. До свидания. Ох, их там трое. Я, по-моему... Да, вот так нужно это все сделать будет. Как неудачно-то! Почему ты так медленно дверь-то открываешь? Да, конечно, давай, короче, в холостую махать. До свидания. Тебе до свидания. А ну, блин, последний остался. Ну все, ладно, по крайней мере, понятна стратежка, как это все делать. До свидания. Ты тоже. Прощай. Наша встреча была ошибкой. Нет! А пофиг на вас, я и без дыма с вами справлюсь. Так, что там? Вы подорвали синюю карту. Желтая карта, синяя карта. Я что, флаг Украины собрал? Хорошо, круто, круто. Ты! А! Ну это же Silent Hill, блин. Да, кстати, по декорациям было видно. Такие кафель, все дела. Пирамидоголового встретили за ногу. Я, блин, обделался просто. Ну, смотрите, сверху, да, эти дома все. О, а тут что? А, тут может... А, вот для чего это, я понял. Грёбаный лазер в конце. Просто... Просто забейте. Давайте, может быть, в храм смерти? Не, да, роллер-костер, серьезно? Так. Мне нужно ее ударить, я понял. Да ну я же нажал, блин! Мне кинуть нечего? Нечего, кстати, кинуть. Открыл. Надо выпрыгивать? А я могу прыгать на этой штуке? Я не знал. А! Да вы издеваетесь нафиг, оно... Ну так не делается. Это вообще чокнутый уровень, вы чё? Слишком рано бью. Нет, 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 ребят, вот это просто уже, ну то есть... Да я прыгну, вы что делаете? Ох ты ж. О, может я тут... Может я тут шифтовать могу? Я что-то даже не подумал. Я все делаю тупо на реакции. Может тут шифтовать нужно? Да, не, да, 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 да. Надо было выпрыгнуть вовремя. Спасибо, понял. Блин. Да эффект на спору нет, но... Да ну хорош, ребят! Ну прыжка же хватает. Почему с первой-то все получается, со второй постоянно косяк? Два упыря здесь. Ш... А...
Что значит без тележки никак? Да хорош! Вот такие моменты просто бесят. Ну, понятно же, как проходить. Ты нормально прыгаешь. Нет, блин, тебе там полмиллиметра где-то не засчитывает. До свидания. А, я, кстати, понял теперь, почему без тележки никак. Мне нужно это сделать быстро, пока тележка не уехала. Все, доперло до меня наконец-то. Ух. Давай дальше без этого. Давай дальше без этого, пожалуйста. Тележка мне не понравилась. Серьезно. Спасибо. Все меня... Все меня так и послушали. А что, извините, я должен был сделать? Да, блин, ну тебя... Я там вообще думаю о том... Как я должен вот это проходить? Вы мне не подскажете, ребят? Таш! Стреляй! До свидания. А, я понял, мой косяк. Все, это же было логично. Тележка же меня прикроет. Да. Почему я мне там говорил Ctrl-Shift или что там было? Или Left? Да блин, вот этого дебила специально здесь поставили. Он не опасный, он просто раздражает. Зачем ты прыгаешь? Я не нажимал тебе прыгать, я нажал тебе просто вперед. Зачем ты это делаешь? Так, минуточку, что значит Ctrl вперед? Красться? Да, Ctrl вперед это красться. Нет! Отсюда. Так я иду с одной скоростью с тележкой, да? Это сделано специально для того, чтобы я не отстал. Ладно. Я должен все это был сделать быстрее. Нет, не отсюда. Ух ты ж. Так как ты... Вот это... Да-да-да, я уже говорил сегодня, что меня это бесит тема. Чувак еще не нанес удар, он только замахнулся. Но меня уже этим ударом успело убить. Ага, мне сюда. А теперь сюда. Да! Ой, блин! Как высоко. Подскажи мне, пожалуйста, как ты туда не запрыгнул? Вот это было просто подло сейчас, знаете? После такого уровня...
тебе такие, а, ну вот тебе еще прыжок, который ты фиг сделаешь. Блин. Просто... А, меня это убьет, ну да. Да ну как? Я же с той же скоростью иду, что тележ, какого фига? Че ты... Блин, игра, ну перестань, ну так же у нас все хорошо с тобой было. Ну почему ты должна сделать такой бесячий уровень-то? Ну меня это убьет, да. Я слишком быстро нажал. Не люблю вот эту фишку на время, не люблю фишку типа успей или умри и всякое такое. Блин, я не с той же скоростью иду. Спасибо! Просто спасибо! Буквально 1-2 мисклика, весь уровень идет просто в задницу. Да какого же фига ты, я... Вот сегодня, не знаю, бомбит просто не по-детски с того, что происходит. Ну нельзя так, игра, нельзя так просто. Иди сюда. Чёртова тележка. Все это для того, чтобы запрыгнуть сюда. Да, все. Никакой длинный коридор-то страшно. Если бы он меня сейчас еще и убил бы, я вот не знаю, что бы я ему сделал. Ух. Мы подобрали фиолетовую карту. Это было сейчас очень нервно. Ну, просто отвратительно. Так, и что вы от меня хотите? А, я к лифту пришел обратно. Спасибо. Я могу сюда? Нет, только в холл обратно. А, там три карты надо было, чтобы пройти. Точно, точно, точно. Все, я что-то тупанул. Вот же, три карты нужно было, чтобы пройти. Я уже понял, что это была плохая идея. Чувака надо... Я могу бюстиками его ушатать. А вот этих можно было взорвать, ну да. Ну да, ну да. Пошел я на. До свидания. Блин, как могло хорошо сейчас получиться-то. А! Откуда? Ты не должен был услышать, ты чё? В жопу. Да что ж ты? То есть пули можно отбивать не только в медленном режиме. Пули можно отбивать. Стреляй уже. Свидание. Все, нормально, поговорили. Хорошо. А к этому можно было просто сверху свалиться. А, вот и ты, чувак. Он здесь, ага, один.
Иди сюда. Я хочу спортивку запачкать. А ну пошли вон. Тут вопросы решаться будут. Ну что, поехали? Да ты издеваешься нафиг. Мне нужно твою пулю отразить, я понял. Возможно, даже не одну. Да ну блин! Да, я понял. Я его не ударю. Мне его бить бесполезно. И нельзя, чтобы он меня ударил. Это сложно. Хорошо, но я вижу, по крайней мере, путь. Что это за глюк сейчас был, извините, пожалуйста. И это все жалкое зрелище. Стиль Шингакирю. Не нравятся мне твои внеклассные занятия. Давай потом, Снежка. Иди домой, забудь, что произошло. Второго предупреждения не будет. Что, блин? Все, уходим. Что произошло, блин? Что происходит? А, пошли. Что? Не путай мое милосердие со слабостью. Силосердие, блин. Спасибо, уровень пройден, я понял. Минуточку, я не пойму, у меня был реальный шанс его убить или нет? Вот это тот самый момент, что я просто натупил достаточно времени, у меня был шанс его грохнуть или нет? Или это так и должно было случиться? Или просто второе развитие событий? Мне жаль, что сегодня у нас не получилось встретиться. Я перенесу нашу встречу на завтра. Наш психолог, наверное. Надеюсь, ты приятно провел этот вечер. Офигительно просто, на тележечке катался. К другим новостям. Сегодня мы расскажем, как встретить Хэллоуин безопасно. На чайку попить. Не выпускайте детей из здания. Не берите сладости от незнакомцев и не ешьте сладости, вид или запах которых вызывают вопросы. Да? Удостоверьтесь, что вид или запах сладости, который дали вашему ребенку, не вызывает вопросов. Ты был открыть дверь? Да, конечно, открывай. Это девочка пришла. Сладости или гадости? Ты в меня нарядилась, что ли? Ага, так и знала, что ты сразу поймешь. Ты же каждый день в одном и том же с Хэллоуином. Сладости или гадости? Почему в меня-то... Потому что на Хэллоуин надо наряжаться. Как тебе костюм-то? Довольно точный. Да, это ненужный старый халат. Ну-ка, где мои конфеты, сладости или гадости? Посмотрим, есть ли вообще конфеты. Отлично! Блин, ты гениально. Так, не-не-не, стой. Конфеты надо искать на кухне. Да, давай, конечно, в холодильнике смотрим. Есть! Ну, а, нет, стой, это... Вы нашли рыбью голову. Я думал, что это конфета в обертке сначала, это рыбья голова. О, вау, это же голова! Передавай привет Левиафану. С Хэллоуином тебя! Ты чё, с головой ушла? А ты с головой дружишь? Полиция подтвердила причастность к недавней серии убийств в тюрьме для особо опасных преступников Муча Нил, которая унесла жизни 20 человек, в том числе политического беженца Фа Юаня. Кстати, да, даже не я его убил. Серийного убийцы, известного как Змей. К настоящему моменту от рук Змея погибло более 100 человек, большинство из которых были членами преступных группировок. Ну так спасибо Змею, скажите, если что. Если у вас есть информация, которая может привести к его поимке, бла-бла-бла. К другим новостям. Сейчас будет, да? Свяжитесь с ближайшими представителями власти. Ну, блин, ладно. Будет еще что-то интересное?
Да, к другим новостям. Сегодня мы расскажем, как встретить Хэллоуин безопасно. Это уже было. Кстати, соседей он-то реально убил. Че это был за чувак? Надо будет разобраться вообще. Попробуй сны. Да, да, давай. Пробуем спать. Сейчас еще один сон нам покажут. Фух. Что за гуманоид? Узри, комедия, отважный вой открыл... Отважный вой открыл глаза от спячки ядовитой. Что за стихи, Шекспир? Мы с трагедией тебя в чаек... В чаек подсыпали чего-то, а ты не знал, дурачок. Ну, сопротивляться. Твое сопротивление бесполезно, о славный вой. Однако ж песок жизни вытек не вполне, хоть время человеку не подвластно. Не надо было чай пить, блин. Взгляни же на мой скорбный лик и внемли. Ага, внемли. Чукча. Ну, я понял, что там не чукча, ну ладно. А, две ярких маски пред тобой предстали. Одна из злата, та из серебра. Те маски воплощают жизнь и смерть. Это наваривают. Так внемли же узри, что серебро есть смерть. Мечом и пращею людей освободи от жизненного гнета. Серебро есть смерть. Ага. Эки ты у нас убивец, а? В отключке не такой грозный, конечно. Ух ты ж ё. Золотая маска воплощает жизнь, детем с божественным блуждая по бесконечным временным фракталам злу Вавилона не подвластна. Бесконечным временным фракталам. Так. Это девочка? Я и не знал, что ты по таким делам извращенец. Две маски пред тобой, но лишь одну надень. Стань жизнью златом, смертью серебром. Не надо мне выбор сейчас, пожалуйста. Песка крупинка три... Песка крупинки три осталось лишь в часах. Ой, сделай мудрый выбор, что ты посеешь, что пожнешь. Жизнь надо одевать. Через три дня мы встретимся еще раз, и тебе придется выбрать между жизнью и смертью. Выберешь одно, и мы заберем у тебя другое. Все, брысь. Осталось 4 дня. Он сказал, что встретимся через 3 дня. А, это... Это было странно. Итак, расскажи мне про этих людей в масках. А что? Как я здесь оказался? Давайте что? Расскажи мне о людях в масках из твоего сна. Хрен происходит, у меня в квартире появилось два мужчины в масках в лабораторных халатах, они меня отравили, я не мог пошевелиться. Вот, они меня отравили, не мог пошевелиться. Сказали, что будет выбор между жизнью и смертью, у меня две маски... Я не хочу ему все рассказывать, но, блин. Ага. Они сказали, что через 3 дня что-то случится. Вообще ничего не понимаю. Вот, а давайте вот так. Вообще ничего не понимаю. Это было так по-настоящему. Я пальцем не мог шевелить. Вот, по-моему... Вот это, наверное. Давайте. Ах ты, тупой кусок говна. Какого хрена? Ты что себе позволяешь, придурок, блин? Вставай. Давай! Ну, блин, я же знал, что тут все немножко не так, да? Так, стоп, ребят, стоп, секунду. Давайте тогда на этом мы этот закончим. Ну, я говорил, что этот чувак, с ним что-то не то, с ним не по-настоящему, но я не думал, что это он, прямо он. Ладно, ребятушки, спасибо, наверное, на этой серии мы будем пока... Ну, не на этой серии, на этом, эту серию мы пока будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующем. Надеюсь, что начнем с этого же момента. А пока что у нас все. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда. Ох, что творится.